Всем привет! Сегодня 8 апреля, сегодня пятница, около 2 часов дня, и сейчас я нахожусь в самом практически центре города Ессентуки. Интересное такое розовое здание, красновато-розовое, чуть не сказал красное. Это здание было восстановлено на месте старого, помню, как его долго-долго восстанавливали. Пока непонятно, что там будет. Как мы шутливо говорим, там должна быть мэрия. Вот дальше сдвигаемся. Тут гостиничный комплекс. Какая сегодня городская зарисовка. Там вон парикмахерские, кафе, рестораны. Поворачиваюсь сюда. И это вот площадь искусств с интересной скульптурой. Там вон на лужайке черная собася лежит, кипарисики небольшие. И вот детская школа искусств. Люди гуляют. Интересно, что в этой школе искусств несколько лет тому назад вручали призы за оценку 4,5 за участие в тотальном диктанте. Я там тоже был. Вот он, центр искусств. Обычное такое старое здание. Поворачиваюсь дальше. Там у нас на заднем плане мегафон. Такая обычная городская зарисовка. Кофе. Тут очень много кофе. Люди спешат по делам. В общем, вот такой сегодня интересный обычный день. Интересный, потому что уже весна, трава зеленая. В парках уже цветы вовсю желтые, красивые, как мы их называем в шутку, нарциссы. Вон там на заднем плане видно старенькие такие старинные особняки, а если идти вот туда, собственно, Кисловодская улица, то там самая городская площадь находится. А вот если повернуть и пойти вон туда, по Кисловодской, то буквально через 10, ну, максимум 15 минут можно попасть прямо ко мне на работу, в наш центр «Диалог». Всем привет, как я говорю.